Сегодня снова мне пришла посылка с темы. Помните, с темы сайта. Помните, я говорила про крем для ног, для обуви, который классно типа убирает, когда кроссовки белые или то что-нибудь, что чистит. Сейчас я хочу его открыть быстренько. Заметили, да, что я левой рукой чекаю? Ну то ладно. Да, я легка. Так, смотрим, что происходит. Рассматриваем, господи. Это какая-то шняга. Ой, господи, что это? А, вот этот как раз крем для обуви. Видите, обувь нарисована. Что мы в таком вот, не знаю, как замотали. Короче, видите, это крем, а это типа губка, которую нужно натирать. И вот это фокус, подождите. Типа, короче, чистит и полирует белую обувь. Вроде как белую. Так, это что такое? Их его знает, не помню. Это вот тоже для обуви. Это сыну я заказывала. Любитель белый. Хотя я сама белая все время ношу обувь. Это что? Слушайте, это случайно не овощечистка, которую я хотела? А, нет, смотрите. Обалдеть, да? Сейчас я вам покажу. Это ножик грибника. Смотрите. Щеточка грибочки очищать. Ножичек раскладной, очень маленький. Кстати, шкала, который можно в любом лесу использовать, нигде не будет считаться холодным оружием. Подожди, выключу. Я его разложила. И получается, вы его можете цеплять к штанам, чтобы не потерять в лесу. Или там, ну еще к чему-нибудь. Вот, вот такой вот маленький получается. Тут ножичком подрезал, тут кисточкой сразу грибочек зачистил. По-моему, тоже прикольная штука. Может, кому-то пригодится. Так, если что, вот берите себе на примету. Не могу понять, что вот это. Ладно, отбой. Это я тоже заказала. Походу, кому-то в подарок, не знаю. Косметическое какое-то средство. Так, вот это, наверное, моя штука. Да, сейчас покажу. Подождите, тоже открою. Короче, у меня сломалась моя овощечистка. А я не люблю другую, которая у меня здесь есть. Она мне не нравится. Вот себе заказала вот такую вот. Вот, она получается делает и нарезку морковка, корейская морковка. Смотрите, 4, по-моему, 3 или 4 в одном пункте. Сейчас покажу. Так, камера. Вот эта сторона. Так, господи, подождите, надо разобраться. Вот эта сторона делает картофель, ой, режет соломкой, поняли? Вот эта сторона очищает овощи. А вот эти вот боковушки, вот видите, тут узенькая, а тут кругленькая. Глазки в картошке вырезать или там морковку или еще где-то что-то зачищать. И вот так вот она, крючочек вешается. Кстати, качество у нее огонь, мне нравится. Она стоит около 4 с копейками евро, по-моему. Но качество очень хорошее. Вот эту вещь сразу говорю, рекомендую. И вот этот нож, кто ходит в лес по грибы, тоже очень рекомендую. Зачетный ножик. Вот это не могу понять. Сейчас открою, что это такое. Открыла, но я ничего не поняла. Такое ощущение, что это тональный крем. Я не знаю. Не помню. По-моему, это какой-то тональный крем, который матирует. А что мне матирует? Я не знаю. Попробую родинки замазывать. Да я даже не помню, кому я это заказывала. Ладно, убираем в сторону. А что тут еще? А что выпало такое? Не могу понять. Который надо открывать. Одну секунду. Зашла на сайт, значит, посмотрела, что мне это пришло. В общем, смотрите, вот эта штука, она матирует даже, ну, типа, это как бы тональный крем, но он настолько тонирует мощно, который матирует даже татуировки. Да, надо будет проверить на родинках. А вот эта штука, вот я открыла, она уже начала у меня, короче, это, одну секунду, вот такой вот крем. Это, вы знаете, возрастной, когда появляются такие пятнышки, типа веснушек и веснушки. Знаете, летние такие, которые нам не нравятся. От солнца появляются веснушки. Вот это крем мажешь, и оно их лечит. Сейчас одну секундочку покажу его. Потом на себе проверю. И не знаю, буду рекомендовать, не буду. Но я хочу проверить. У меня появляются веснушки. И летом очень часто. И у меня появляются уже возрастные вот эти вот, знаете, ну как веснушки, пятнышки по телу. Поэтому я хочу его проверить на себе. Ну, если что, пока имейте в виду, что есть вот такая вот штука, препарат, который типа борется с этими пятнами. Ну, в принципе, вот, все. Всем пока. Вот у меня на руке фокус.
родинки. И сейчас хочу нанести вот этот препарат. Как вы можете видеть, эта штука не работает. Видите, я уже сюда и на спонжем наносила, вот, и вбивала. Видно, да? Вбивала, у меня уже рука побелела, а родинки как были, так и есть. Так что вот эту штуку я точно не рекомендую. Может быть, как крем можно использовать на лицо и еще что-то, но как матирующий конкретный эффект, чтобы забивать татуаж, как они показывают, это ложь. Так что для этого я покупать не рекомендую. Так, а по поводу вот этого крема, что я хочу сказать. Я только нанесла его на одну руку, ну, на эту, на которую вот эту фигню вбивала, поняли? А запах у него такой приятный. Немножко напоминает, очень далеко напоминает кокос и какое-то, может, растение. Но рука после него, он настолько, даже если он не будет помогать, он очень хорошо увлажняет кожу. Я только что нанесла на руку полностью. И рука такая, кожа приятная, гладенькая. Вот, короче, мне очень нравится. Даже если он не будет помогать от этих пятен, вот я его рекомендую покупать, просто увлажнять себе кожу тела. Классная вещь. Мне понравилась. Я им буду пользоваться. Хорошая. Даже если не будет выводить, все равно. Он очень хорошо питает кожу. В общем, вот такой вышел у меня обзор. Все, пока.